Представляем вашему вниманию учебник и практикум для академического бакалавриата «Основы государственного и муниципального управления», автором которого является Геннадий Львович Купряшин, профессор МГУ. Раскрывая базовые понятия государственного и муниципального управления, автор использует логическую цепочку – методология, ситуационный анализ, технология, процедура, что позволит читателям лучше усвоить материал. Главная задача издания – развить умение решать управленческие проблемы, переводя политические директивы руководства в русло практических действий.